Хей-йоу, всем привет, с вами Ганс, и мы продолжаем проходить Ultimate Spider-Man. Ну что, карнажик, давай поиграем. Тихо-тихо-тихо, я помню, он должен щупальцами звездануть. Карнаж здесь просто отличный тоже. Я помню, его и в комиксах рисовали отменно. И здесь он выглядит тоже эпично. Но здесь, правда, Карнаж — это Паркер. Отходи. Это получается у нас сейчас 6-я серия, и это уже финал. Игрушка, конечно, очень короткая, если не выполнять побочные задания. То есть получается 6-я серия по 20 минут. Тихо-тихо-тихо-тихо. И всего-то выходит чуть-чуть. Надо, думаю, я им было расширять сюжетные арки. Прыгнул как паучок. И тогда бы игра бы захватывала еще, в принципе, сагу о клонах. И если бы они бы это сделали, было бы очень эпично. Я про сюжет. Игрушка была бы в два раза длиннее. Угомонись. Так, я тут немножко заговорился с тобой. Можем просрать. Ну, конечно. Ага. Все, он сбегает. Иди сюда, мелкий. Протиснулся. Надо тоже сейчас будет поесть. А то он уже почти всю жизнь отрегенил. Тихо, стоп. Нет. Иди сюда. Ты один? Блин, да, он один. Окей. Не уйдешь. Блин, нечестно, говнюк. Ха-ха, падла. Не дает мне поесть. Стреляйте в него. Во, теперь хотя бы на равных. Ушел отсюда шкет. Как бы я, конечно, Паркера не любил, но когда он Карнаж, он мне не нравится. Ха-ха, падла. Не дает. Упсик. Прыгай. Ты тут только мое мясо не убивай, пожалуйста. Я тоже поесть хочу. Блин, вот он ловкий. Резкий понос кровавый. Отходи. Да, а так это нормально, так дамажит. Но он убегает. А мы тем временем поедем. А, блин, падла. Ну, сейчас больше меня жизнь восстановит. Окей, погнали. Открой, пожалуйста. Нет, он уже все съел. Падла. Иди сюда, пупс. Сейчас уравняем шансы. Пришел уравнитель. И, кстати, классно то, что когда он съедает, получается, Карнажа, костюм-то немного изменится. Так, еще чуть-чуть, еще немного. А сверху, кстати, рисунок прототипа носорога. И вот же его броня. Он получается в два раза больше, даже в три раза больше, чем Веном. Офигеть. Молодец. Ну-ка, ушел отсюда. Блин, его уже не съесть. Ну-ка, Карнажик. Покажи, на что способен. Ха-ха, падла. О, не ту кнопку нажал, сорян. Куда побежал? Слизняк, а? Отпрыск мой, куда убегаешь? Мечтать нельзя. Ко мне, к бате.
Батя тебя сейчас накажет. Ты где? Если не ошибаюсь, потом сразу же пойдет следующий бой. Уже против Венома за паучка. Я просто почему-то этот бой сейчас ассоциировал с боем, а точнее с уровнем. Когда играешь за Ultimate паучка в Shattered Dimension, где там тоже Карнаж. Они очень похожи. Бегай себе, ты шкет какой резвый. Но тебе это не поможет. Дело сделано. Такие здесь обложки классные у комиксов. Таких обложек на оригинальных комиксах не было. Я думаю, это специально нарисовали для игры. А-ля альтернативные. Tell me, Mr. Parker, did you ever wear the Venom suit yourself? What is this? Did you wear the suit? Once. Only for a few hours. It appears that the suit bonded itself to you. Вот этой заставки у меня вообще не было. The microscopic suit particles in you want to join with the suit Brock wears. Fascinating. Let's see if we can help them. In case this kills you, I want you to know I think your father was a genius, 10 years ahead of the curve. Status? Прекрасный статус. Но это нам сейчас объяснили, как мы стали Карнажем. Опа. Поглотил. А нас выплюнул, да, падла? Yes. Yes. Eddie? Eddie, what's going on? I have absolute total. А вот и костюмчик обновленный. Было бы прикольно, если бы у паучка оставался именно такой костюм в этой битве. У Венома же костюм изменился? А почему у паучка нет? А, это через время получается, понятно. Тогда да, он оделся. Everything you could ever want to know about your parents is right here. I've had this ever since I found out. Понятно, почему нам нужно было защищать этот вертолет. Я этого не знал. То, что в этом вертолете. My contract with Trask expired 10 minutes ago. And if you're chasing him, don't worry. He doesn't know how to fly that helicopter. But you... Eh, no hard feelings. Business is business, eh? Как она играючи схватила его за плечо. О, Траск. И понятно, почему здесь огонь оказался. Вот я всего этого не знал. Отвлекся немного. Ну-ка подошел сюда. Оу, блин, тут же еще есть лопасти, точно крутится. Нифига себе. Да камон, алло, Веном. Хорош у него атаки здесь. У него здесь получается мувсет совершенно другой. Воу-воу-воу, не-не-не-не, не надо. Если не ошибаюсь, здесь была безопасная зона. Нет, не безопасная зона. Я помню, как-то я от него вроде прятался за вертолетом.
ним только теперь так поговорить получится. Три атаки и удар в воздухе. Главное успеть ему определенный дамаг нанести до того, как огонь разгорится. Ой! Блин, падла, молодец. Сейчас зато им побольше дамагу нанесу. Воу, да ну. Да, ты заколебал, Лена. Иди сюда. Ха-ха. Хитрожопый. Говнюк, а? Пипец, у него радиус атаки. Ну ты заколебал, серьезно, блин. Как ты по мне попал-то? Я ж воздух его. Жизнь почти равны. Ах ты падла. Не трогай его. Вот оно. Огонек уже здесь. Тихо. Да камон, угомонись. О, молодец. Да камон. Да в смысле? Ты же был сосредоточен на нем. До свидули. До свидули. Это очень красиво. Ба-ба. Еще такие звуки смачные. И апперкот финальный. Смачно. It was over. Now I can learn everything that Trask knew about what happened 10 years ago. Burn it. We'll start new. Peter, I have all these things in my head, things I want to say, things I think as your father you'll need to hear. You're going to find that there are people in this world, people who you are going to look at and say, why is this person like this? I find myself surrounded by people who will do or say anything, just for the appearance that they are better than they are. There were three survivors of the crash. They all reported seeing the same thing. One of the witnesses was my mother. She died in the ambulance. Peter, you did good today. Eddie needs to see this. It's about our parents. Eddie's not here. He was gone before we showed up. We'll find him. We always do. Mr. Trask, I have been looking forward to this. Eddie? I can't Eddie. Believe. You know what I can't believe? I can't believe that after all the things you did, all the things you made me do, that after all of that, all you got was 3 years in a golf course prison. You can't do anything to me in here. The guards... They aren't men. Well, aren't enough. Паркер-то не убийца, а Брок. Наоборот. Другая сторона медали. I love you. I know. It's just... What? Eddie. I mean, he's out there. And I don't know if I'm scared of him or for him. Вот эта сцена тоже эпичная.
He's not here. No. I'm here. Ну что, вот мы и прошли, паучка. Новый костюм разблокирован. Давай посмотрим. Разблокирован Веном. А Веном, кажется, здесь нужно было менять. Да, переключение героев. Так, что там за костюм это? Стоп, это обложки. Вот. А-а-а, это самый первый его костюм, который был еще, когда он рестлингом занимался. Ну что? Теперь понятно, чем вдохновлялся Amazing Spider-Man, который именно фильм, да, новый Человек-паук, где играл, как его звали-то, Эндрю Гарфилд. Как раз сюжет с его отцом, только там был Оскорб, а здесь Траск Индустрис. Ну что, я рад, что мы с тобой прошли эту игрушку, потому что в целом по сюжету мне стал здесь сюжет в этой игре яснее, так как были заставки, была нормальная озвучка. Я, конечно, в английском не силен, но что-то я понимал. И в целом я доволен. Жаль, говорю, то, что игрушка такая короткая. Ну, а ты пиши в комментариях, что думаешь ты, какие эмоции вызвала у тебя игра, что вспомнил, что, возможно, нового заметил. И на этом хочу попрощаться. Ссылочка на плейлист, как всегда, в описании. Подписывайся, не забудь поставить сочный лайк, а также рассказывай своим друзьям и жмяк на колокольчик, чтобы знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.